Тут у меня уже снят он. Сейчас будем показывать, как вообще это все происходит. Сейчас будем ставить. То есть вот это. Открываем дверь. Сама дверь. Филенка, так называемая, двери держится на вот этих вот кораксах. Вот. Вот. Так, вот тут нету, вот тут нету, вот тут, ну, они откручены, да, у меня. Здесь снизу их там, по-моему, раз, два, три, четыре. И вот тут. Вот, раз, два, три, четыре, пять. И, по-моему, там за петлю еще один. Или там. И, короче, откручиваем эти тораксы. Перед этим снимаем ручку. Ручку. Ручка снимается через вот эту дырочку. Вот. Сейчас как-то мы ее видно, не видно. Вон она стоит, тоже торакс маленький. И ее откручиваете, вытаскиваете сначала вот эту часть. Я сейчас буду ставить, буду, покажу, короче. Так. Ну все, я пока сниму сейчас, а потом дальше продолжу. И маленькая подсказка. Откручиваете вот эти все тораксы. Оставляйте только один верхний с этой стороны. Иначе потом вам будет очень все это неудобно делать. То есть все эти открутили, этот верхний один оставляете. Потом, когда будете снимать филенку, ну его ослабьте. Будете снимать филенку, его открутите. И там сверху тоже с той стороны один оставите, тоже его открутите и спокойно ее снимите на себя, вытащите, все. А то бывает, что вот это все откручиваешь где-нибудь там за петлей, которая остался торакс, его начнешь откручивать, она начинает у тебя свисать, валиться там и тому подобное. Ну вот так это выглядит внутри. Вот тут стоит этот молдинг вот так. Его отверстие для клипс. Вот такие там клипсы. То есть его без снятия и двери ты не снимешь никогда. Все, стоят вот такие клипсочки. Так вот это выглядит здесь на машине, чтобы было понятно. То есть все остается, ручка, стекло, стеклоподъемник, все остается. Вот такие вот. Ну и все, клипсы поставили, молдинг поставили, потом. Так, ну и еще засниму, как ручку вставлять. Ну все, в принципе. Так, что касаемо ручки. Ну, в обратном порядке показываю. Тут эта резиночка стоит, которая уже стала пластмассочкой. Так. И он у меня вот этот вот болтик тут стоит, который саму ручку. Вот его тоже надо будет откручивать, когда вы будете снимать дверь. Я его закрутил. Так, дальше берем мы ручку. Ручку. Вот это сама открывашка помещает. Вот она. Где она? Вот она. Вот это. Ее в сторону убираем, чтобы она не мешала. Ручку вставляем вот так. Так, язычок туда. Так, и чуть-чуть ее туда. Вот так. Ага, все, задвинули. Так, теперь находим эту открывашку. Вот она. Ну вот она.
считай, легко стоит. Тут уровни есть, что можно будет отрегулировать, да? Пазы такие. Вот мы ее чуть-чуть натягиваем, чуть-чуть. Все, и задвигаем туда. Ну, вытаскивается она обратно. Все, все, она почти работает. Ну, не работает, потому что сейчас мешает вот этот болт, который отодвигает эту тягу. Так, сейчас мы ставим вот эту. Она просто вытаскивается и просто вставляется. Все, она вот так. Все, и сейчас я буду закручивать. Все, в принципе, все готово. Тут нюанс, когда ее будете вставлять, она будет как бы плотно, ну, не заходить до конца. Надо чуть-чуть по ней там, ну, легонца ударить. С легонца ударить, и она туда зайдет, и все, и тогда только можно будет затягивать. Иначе тут маленький зазорчик остается. Если вы начнете что-то там делать не то, у вас там железка выпадет. Выпадет, и потом целый головняк ее поставит на место. Так, все. Все, эту штучку сейчас на клипсы сюда. И готово.